Епископ Тольяттинский Жигулевский Нестор совершил молебен в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы, которая располагается на территории Тольяттинского хлебозавода. Епископ также познакомился с производственным циклом предприятия. Я вспоминаю слова царя Давида, который сказал: «Я не видел праведника, лишенного куска хлеба». Это означает, что человек, который уповает на Бога, живет благочестиво, никогда на его столе не прекратится хлеб, потому что он живет в Боге, и Бог заботится о нем. Храм построен на деньги предприятия по инициативе руководства и рабочего коллектива.